Это будет, знаешь, видео в Ютубе, как выкладывают. Помнишь, как снимается? Что я могу сказать? Холодно вообще, до судороги. Просто океан холодящий. Здесь идеально пингвинам купаться и жить. Завтра еще попробую при солнечном дне и утром. Шапочка и валенки не помешают. Да? Красиво? Оно так быстро садится, да? Если завтра поставим треногу, чтобы она стояла на месте, а потом ускорить, как она садится, да? Видно, да?
А вот в ресторане мы были. На берегу моря. Ресторан Пульс. Прямо видно океан. Красота. И елка такая в обратную сторону растет. Такой домик красивый. Сюрф хостел. Да, да, да. Смотри, над океаном. Над океаном. Не видно края. Красиво, да? Хороший вид. Я же это. А ты видишь отлив? Идем. Положиться.
да. Нямкают здесь. Камешки собирают. При отливе такие камни выходят наружу. Во второй половине дня будет опять прилив, и все это уйдет под воду. И там далеко наш пляж. Где фиолетовая ракушка? Фиолетовая ракушка. Фиолетовая ракушка. Довольно-таки теплый.